И вот. У тебя на руке еще имперка. И что? Короче, смотри, мы можем, конечно, с тобой поспорить, а я могу сейчас позвать ментов, как организатор, да, и чтобы они вас вывели. Ну, да, или... Так ты посмотри, да, или здесь вас... с имперками много. Да, а мы пришли поддержать, а не для того, чтобы раскол был, понимаешь? Вы сейчас нас выгоните, а я этим сделаете, чтобы вы просто раскол. Молодец, я левый, да? Вот и все. А националисты мне не нужны. Здравствуйте, граждане. Да, это социальное мероприятие, я приеду, добрый день, Константин меня зовут. Идея запрещена националистическая пропаганда. Пропаганда, разжигающая шовинистическую кровь. Так, молодые люди, организатор сказал, что, что в вашем присутствии здесь нежелательно. Будьте добры, покинуть. Да, мы на тюрьму. Уважаемая пресса, еще раз повторяю, это беспредел никогда не закончится. Ребят, вы что? Я своего мужа никуда не уйду. Я там уйду. Когда эти ребята убрали листовки, убрали символику, все убрали. Да, не было никаких законных причин их арестовывать. За пределами митинга они развесили план. Есть. То есть произвели несанкционированный пикет. Здесь мы были против, чтобы людей забирали. Скажи, мы ничего не сказали. Мы сказали, если вы убираете... Все убрали. Все, значит, все надо убрали. Остаться. Да ни хрена, взяли и да, забрали. Я против этого вот был. Теперь давай вытаскивай. Да хера, это думаете, когда людей продали? Вы пришли с листовками. Да ничего, убрали, никто не приходил. Убрали, значит, это незаконно было. Значит, незаконно. А какого хрена митинг забрали, если людей забрали по вашей я просьбе? Я против этого, к ментам это вопрос, а не ко мне.